Всем привет, привет, привет! С вами ваш любимый жанр, как раз только мама здесь для нас, для мудрого отца, приготовила и для себя, и для красивого сынули красотули, приготовила вот такую вкусняшку. Тончайшие спагетто-томато, как там называется, в простонародье рожки, лапша. Спагетти. Лапша, это не спагетти, это забугорское слово, нафиг его искоренить. У нас по-русски вермишелька. Спагетти худенькие такие, тоненькие. Так, возьмем, добавим немножко экстра вкусной порошковой ненастоящей сметанки с нулем калорий. Так, здесь сырок у нас, он еще подытывает, его надо подъедать. Буська там ходит, орет, говорит, кота хочу, мам! Дверь здесь скребет. Так отдала уже сил нет. Орать! Потом Тосика прикольно, про это перестанешь гуляться, но поедешь. Игорь, ты снизу там, говорю, масло. Снизу масло? Снизу масло, шире лицо. А там не сильно много масла. Так, вилкой не шкрабаем потихоньку. Нельзя, там вилка шкрабает. Нельзя, 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 нельзя. Иди-ка сырок доедай. Дали ей сыру. Скажи, Буська. Того, наверное, давала. Она и того, и того, и пофиг. Она кусочек съела и бросила. Не тормоши ты его, он спит. Не ходишь, надо, пусть он спит. Ходишь пока. Всех. Потом проснется, чтобы до ночи и он погигал, поиграл, а то потом будет ночью гладить. Буська, успокойся, ты гулящая кошачья женщина. Ходила бы по мужикам, выпустите меня. На улице минус 30, выпустите меня погулять. Ну, холодно опять. Да заколебало это. Ночью, завтра днем. Да я смотрю, какую-то ерунду показывают. Вот самый теплый момент в день, например. О, это, в Абакане минус 24. Ну, на улицу выйдешь, минус 34. Ну, что думаешь, да, ну, погоднее. У них там свой гидромедцентр. Горишь сыр, надо сыр кушать. Сыру много набрал. Вот. Я немного его набрал. Я кусок брала сливочного, так я его потерла на мелкой терке, морозилку брала, а эти... Там у меня еще сыр завернут, он это, потом что-нибудь приготовим. Со сдобой кто будет возиться, там у нас тесто? Ну, оно мне? Удобное тесто-то. Надо что-нибудь такое сладенькое тебе подтряпать. Сахар мало, надо сахар купить. У нас ни варенья, ни джема, ничего нет. Сгущенки, варенки нету. Ну, в принципе, если хочешь, можешь сделать его с сахаром. Масло есть, сахар там еще. Это есть немного. Наподобие шанги. Ну, шанга, там есть еще баночка сметаны. А с порошковой толку нет. Можешь шангу сделать. С порошковой толку нет. Нет. Если шанги делать. Почему? Какая разница? Боже. Большая. Ну, домашние купить сметану. Домашние далеко холодно. А? Что? Ну, домашние, конечно, Сыряют. Лучше, чем с этой вот. Ну, можно шангу делать. Так, там уж... штук 10 будет шанги, потому что она маленькая делается. Она такая, сильно большую не надо, а такую вот среднюю. Можно сделать. Нет, я имею в виду несколько маленьких таких чик-чик-чик-чик-чик. А, ну можешь маленькие сделать. Угу. Лучше маленькие, оно же у нас удобное. Есть. А это... А у нас тут нету домашних сметан, это надо в магазин идти. Не, ничего не подумаю, надо что-то придумать. Что можно заменить? А что ты заменишь? А ничего не заменить. Сахар с маслом. Сахар с маслом. Жирновато будет нам. Почему жирновато будет? Ты можешь растительное масло взять. Можешь смазать растительным маслом, посыпать сахаром и скатать какую-нибудь завитушку. И все. И можешь
сверху или яйцом смазать, или потом маслом смазывать после уже выпечки. Яйцом сразу не смазывать. Можешь яйцо, не... молочком, бы... можешь один желток. Хочешь, он своего смотри. Мне... Что тебе понравится? В общем, все, что найду в холодильнике. А? Что найдешь в холодильнике? То оно лежит уже, не знаю, сколько, пару недель, наверное, там не стало. Да, ему ничего не будет. Все. Оно же сразу убралось. Реакции замедлили. Да? Точка. Точка в ногах валяется. Точка играет сам себе. Что, проснулся? Ну, ты когда лакать-то начнешь? Чудо. Однако, если он проснулся, надо его это сейчас покормить. Ну. А то он потом опять закимарит и это... А он то молочко еще подогреть и будешь его кормить. Ничего. Неделю помучаемся, а потом к туалету будем приучать. Там вместе, короче, еще вкусненько, вкусненько. Мне понравились эти спагетти, они тоненькие такие. Мука хорошая, сами по себе вкусненькие. Они не слиплись, ничего, хотя у меня кастрюлька маленькая. Шанги, шанги, шанги. Купить еще такие. Где же я покупала? А, вспомнила, где покупала. Подпишет. Там только я сухие там, помидорки добавила и масло. Надо было чесночок добавить. Ладно. Дай. У нас, как всегда, мама смотрит передачу, где какой-то неизвестный дядя. Кстати, там же есть это, ты не съел это? Шоколадную пасту я покупала. Я ее не съел, я ее оставлю. Надо и там брать. Я свой сырок съела, что я в магазине вчера покупала, угу. А ваши там наставили. Че ты его тормошишь, все, зовешь его, все. Успокойся, не успокойся. Надо никуда его звать, он сам будет ползать везде. Угомонись! Неугомонная ты, Буся. Неугомонная. Он играет себе, играет. Чебурахнется, значит, поднимем. Ну теперь. Эту песню мы день и ночь слушаем. Опять. Сколько дней уже подряд. Да, Буся, ну скажи, вот, ну что поделаешь. Интересно, волосы черные, а усы рыжие. Крашеные. Он передача идет. Непонятные дядьки хвастаются, какие мы суперповара. Игорь, успокойся. Нормальные это. Ну что же за мазня? Это борщ под. Значит, под этой под шапкой. Горшочки борщ. Там вот такая шапка. Тесто. Ну там борщ. Что-то одна вода постная, холодная. Но насыщенный свекольный вкус, они делают. Ну, он потому что много добавил, наверное. Короче, на экране дядька кислоты, обливался. Кислоты, наверное. И снова начал все в рот. Лимонного сока. Засовывать. Добавляет этот, чтобы цвет был такой яркий. Свекольный. Ой. Тут маленько, маленько осталось. Надо это. И так сварила маленько. Там и теперь у нас коробочки 400 грамм, но там, наверное, грамм 300. И то мы не съели. Боже так мой. Это убираем. Мы с Васильевичем поели уже. Теперь у нас чай. Первое поели, вторым закусили, третье десерт. Десерт. Нет, десерт, да. Дома... Что ты не ешь? Домашнего приготовления.
А третью кех? Не, вон она там в заначке. Что, на потом оставил? Конечно. Домашний десерт. Сынулька. Катя. Это как она называется? Там вот типа пастилы, да. И начинка такая мягкая. По ночам сынка готовит вот такие конфеты для себя, не на продажу. Он упаковывает красивые эти упаковки. Игорь, не говори, правда подумает. Ну что подумает? Я правду говорю. Я же ты сидишь допоздна. Да? Я собираю конфеты. Собираешь. Но не на продажу, потому что это сильный эксклюзив. Нет, конфет много. Знаешь, сейчас люди не папки на конфеты. Это раньше было мало вообще конфет. А сейчас, знаешь, всяких каких, сколько фабрик, столько производителей, столько начинок. Сейчас столько конфет много. Что хочешь? Но с одного мешка химия, только различные конфеты. Ну это раньше дефицит был, раньше вообще все дефицит был. Привезут какие-нибудь там эти вот морские камушки, дрожжи, даже это очереди стояли такие, дефицит был. А сейчас, не говоря уже о шоколадных конфетах, ни о чем не было. Просто эти, как мы называли, Дунькина радость, эти подушечки, помнишь, были? Дунькин, да, Дунькина радость. Рачки были. Нет, а вот эти вот... Батончики? Подушечки такие, нет, маленькие, они как бы, знаешь, какао вот такие вот. Их называли Дунькина радость или кругленькие карамельки. Это сахарная внутри. Дунькина радость, Васькина слабость. А Дунькина радость еще, знаешь, вот такие конфеты такие длинненькие, ну они без верточки. И вот как бы, знаешь, ореховая такая круглая начинка такая, ее кусаешь, а внутри вот это, вкусненькие такие. А сейчас такое не делают, не умеют делать. Не знаю. Раньше щербет был вкусный, и риски такие вкусные были, а сейчас вообще что попало. Знаешь, валится из рта. Вкусняшка, вкусняшка. Леденцы были даже вкусные вообще. Мы подъешки эти, такие леденцы. А сейчас что попало? Конфет много, а толку нет. Нет, все-таки они различаются по ценам, по начинкам, все-таки. Что ты делаешь-то с бани? Да я открыть ее не могу, конфету, видишь? Дали ребенку конфету. И он сидит, ребенок. Я открою. Давай вот так вот здесь, я знаю, не как она открывается. Вот так, раз. Неправильно ты открываешь. Раз, опа. Ну, это не видишь, так. Как правильно. Ну, это у тебя силы много. А сынкина радость. Она посерединке открывается, по идее. Сынкин, так она посерединке, я ее открыл. Дунькина, ну, радость. Заглотил их. Да, блин. О, это что это приготовила? Боже праведный. Кол тебе, кол. Блин. Вот. Коляшку он тебе поставить надо. Идти вот, не знаю. Ой. Элементарного. Она не могла разбить ни то, ни другое. Ни пу, ни мя. Она ошиблась. Не купаю. Да мама смотрит. Не, ну передачу. Мама смотрит передачу и смотрит, какие они ошибки делают. Мама выглядывает, сколько ошибок они делают. О, реклама началась. Почему тут ошибки делают? У них там выбор-то большой. Или мы, знаешь... Чем мы? Так а мы покупаем то, что вот, знаешь, вот такое, вот такое, вот такое. Вот такое, вот такое. А у них там выборы-то... Глаза разбегаются. Откроешь глазки от удивления и потом захлопнешь их. Там еще мандаринки остались? О, завтра будет это. Еще одна. Оп. Понятно. Ой, господи, пожалуйста. Ладно, вот такой у нас был ужин. Ну, ты что ты не доел? То есть опять вот пошел? Теперь будет стоять кастрюля из-за двух ложек. А я сейчас мусику положу. Ну, да выкладывай только аккуратно, возьму. Не шкрябай по донышку. Я сейчас ложку возьму и там им наложу. Пусть они едят, у них ночь пусть большая. Ну, вкусненько, ну, с маслицем.
Время ужина у нас подошло к концу. Всем вкусняшек-вкусняшек, отличного настроения. Я вот думаю, Игорь, твои там оттали. Может, платные курсы по гору кулинарии открыть? И Игорь, в месяц, и в месяц брать 10 тысяч. Ой, Игорь, нет. Ну, что ты болтаешься? 5 миллионов рублей. Не болтай. В рублях. Платные курсы, это... я буду учить готовить, готовить буду, скажу, вот тебе бумажка, вот тебе вторая бумажка, вот тебе третья бумажка, вот тебе сырок, ну-ка приготовь мне беляши или чебуреки, вот и думай, организовывай, а я-то приготовлю, ладно, смех, смех смехом, как говорится, туда, все остальное мехом. Не вкладывай фантики. Я сейчас все это выброшу. Я это сейчас. Забирали, типа, да многие собирали фантики. Красиво. Фантики раньше, особенно в книжку, как это. Хотя конфет такие не ели, но фантики. Фантики собирали. Были. Да. Раньше пустые алюминиевые банки собирали. Люди на полке хранили вот эти красивые первые. Начало 90-х, да я помню. Забирали? Каждый. Вау, красивые, за место вазы. А, это сейчас все многое поизменилось. Раньше каждая семья собирала вот эти пивные банки алюминиевые. Они были красивые, потому что ну, ничего такого красивого да, еще не было. И руки растут оттуда, куда надо. Вот так вот. Ладно, на этой замечательной ноте ставим лайк под видосиком. Всем вкусняшек-вкусняшек, отличного настроения. А по поводу курсов я серьезно подумаю. Подумаю! Гуру, кулинар, убирай со стола и мандаринки съешь. Мандаринки съешь. Ладно. Ему на это, кошкам большим дай это. Глазик зачесался правый, деньгам. Правый. Ладно. Всем вкусняшек, вкусняшек, отличного настроения. Ручки вами. Дай, ладошки, а глазик не дай. Да, левая ладошка уже 1000 лет не чешется, потому что я ее мою. Всем вкусняшек, вкусняшек, отлично. У тебя только правая чешется, правая. Правая чешется, да? У меня и правая не чешется, и левая как, не чешется. Как? Я не чешусь, и я никак, не, как есть выражение, не сидишь, не чешешься? Чухаешься, как это? Нет. Не мычишь, не мычишь, не телишься, не сидишь, не чешешься. Ладно. Ну это, локти я вот не помню к чему. Локти. Прямо... Локоть? Царапаются чему. Брови прямо вот аж прямо невозможно царапать. Тоже не помню, где-то читала, но не помню. Нос, ладно, знаю. Нос, ладно. И только это к новостям еще. Глазки, где к носу внутренняя сторона, внешняя сторона, тоже знаю. Угу. Ушки, а ушки? Ушки тоже знаю. Ушки холоду. Нет, когда ты родился, я вот зимняя. Дама, так у меня ушки зимой или летом чешутся, значит, будет похолодание. Вот так вот. А еще, когда кости ломят, значит, будет ветер. Либо да, смены ну, погоды. Да, кости кто метеозависимый. Тянет. Ладно, на такой ноте. Всем вкусняшек-вкусняшек, отличного настроения. Ставим лайк. Мы с вами были с мамой. Всем пока.